После нескольких дней насильственных протестов в районе залива Сан-Франциско мы решили пройти по Окленду. Видите, это даунтаун Окленд, где были на днях разгромлены витрины всех практически магазинов. То есть это главная улица, одна из главных улиц Окленда, Бродвей. Вот. И уличные художники творят здесь. Смотрите, что они делают. На волнах этого протеста они изрисовали все борды, которыми позабивали владельцы магазинов витрины своих магазинов. Вот. Ну, мы пойдем чуть дальше. Я хочу показать вам просто, насколько масштабно художники, пропагандисты уличные, это уличные художники, это, можно так сказать, народные художники, взялись за разрисовку всех этих ДСП или ДВП, как назвать, которыми позабивали владельцы магазинов и местные власти здания, витрины. Вот, например, такой плакат, то есть такой рисунок. Написано: «Революция всегда делалась руками молодых». Хью Ньютон. И я, насколько понимаю, коп обозначен вот такой, сидящий на троне. Дальше идем. Это самый центр Окленда. Тут сейчас везде охрана. Полиция уже ретировалась, чтобы не раздражать местных жителей. Но я напомню, Окленд довольно такой неспокойный город. Что интересно, это в основном местные художники, которые привезли с собой граффити, и которые, многие из них белые, не обязательно афроамериканцы, много очень белых художников. Ну вот всю улицу они практически изрисовали. Мы видим еще следы вчерашних нападений на магазины. Но сегодня уже ситуация нормализовалась. Вот так уличные художники калифорнийские высказывают свою гражданскую позицию. Многие пришли сюда с семьями. Чтобы высказаться, так сказать, по поводу произошедших на днях по всей Америке событий. Что интересно, все эти ДСП будут скоро убраны, возможно, а возможно оставят как Берлинскую стену. I should give you hope, and that's a wonderful hope to always be
Я повторю, это не один квартал, это десятки кварталов просто изрисованы вот так на одной из самых главных улиц Окленда. Цитаты известных гражданских активистов мы видим. Я повторю, в основном, кстати говоря, половина здесь белокожих художников, которые поднялись, так сказать, в защиту черных жизней. Высказывая свою ненависть к правоохранительным органам и к правительству. И то же самое практически на той стороне, в даунтауне Окленда.